Как стало известно, в первые минуты после произошедшего автобус, выезжая с остановки, набрал скорость и резко затормозил во избежание ДТП. Тормозной путь видно на асфальте. Инспектор измеряет тормозной путь. По нему и кадрам с видеорегистратора удастся установить, кто виноват в ДТП – водитель автобуса или Nexi. Последний рассказывает, как все было. Приехал с семьей в молочную кухню, искал место для парковки. И тут резкий звук. Автобус, ехавший следом, дал по тормозам. Несколько пассажиров не смогли удержаться. Упали две женщины, одна из них вместе с грудным ребенком. Небольшой ушиб получил 10-летний ребенок. К счастью, все обошлось. Травм нет. Людей осмотрели и отпустили домой. А в ГИБДД уже установили, кто виноват. Водитель автобуса «Нефаз» совершил правонарушение согласно пункту 10.1, за что привлечен к административной ответственности. Пункт 10.1 гласит о том, что водитель должен вести свое транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза. С начала года в Нижнекамске произошло 3 подобных дорожно-транспортных происшествия. Чтобы избежать падения в автобусах или трамваях, главное – хорошо держаться за поручни, а женщинам с детьми нужно уступать сидячие места. Алмаз Кашаев, Максим Липин, новости НТР.